Вот так вот расположили столб. Это щит учета ввода в дом. Прокопали траншейку. Вот так вот выход из дома. Глубина траншеи 40 сантиметров. Почему так мало? Потому что сверху будет отсыпка порядка еще 30-40 сантиметров. Трубу сейчас зафиксируем частично. Лишнее обрежем. Вот. Будем посмотреть. Дальше будут еще съемки. Провод ББВБГШГ, там что-то такое. 4х10 для ввода в дом. Бронированный провод. Получается, первая изоляция жилы, вторая наружная изоляция, третья металлическая плетка и еще одна сверху плохая изоляция. Кабель согнули, просверлили сверлом между жил, выпустили проволоку, заведенную в гофре. Гофра у нас здесь 50-го диаметра. Это маленький резервный провод на всякий случай. Сейчас и сейчас будем его вытягивать. Вон туда, к щиту, к опоре. И задача стоит, чтобы к вот этой опоре, столбу, подтянуть провод. Как только он покажется, мы приостановим вытягивать его. Для того, чтобы где-то вот отсюда на косую вот так засверлиться и протянуть его четко под углом. Ну вот наш результат. Походу тесты сейчас буду снимать еще. Провод мы завели. В этом месте переход сделали куском гофры. В него через сальник вставили гофротрубу. Вот запустили. Металла гофротрубу, металлорукав размотали. Подготовим к заземлению. Позже наведем в щите порядок. Уложим красивенько все. Вот пока как бы так. А так, еще что хотел. Еще что хотел сказать. Метр от стены здания будет проходить опалубка. Вот в этом месте сделан закладной провод 2х2,5. Его не будет со временем. В этом месте будет выход на генератор. Ну, либо контроль освещения улицы, неважно что.
протянем, опять же, там труба 50-го диаметра, в которую проложим, протянем все что угодно. Сейчас вот это поставим сюда заглушечку. Ну, вот как-то вот так вот. Что там? Скажи, чтобы на канал подписывались.